В отношении экс-мэра Арзамаса Нижегородской области Анатолия Мигунова возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России, Мигунов подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в июне 2005 года с целью пополнения муниципального городского бюджета тогда еще мэр Анатолий Мигунов издал распоряжение, по которому нежилое помещение на Комсомольском бульваре переводится в муниципальную собственность. При этом согласия всех владельцев помещений получено не было. Впоследствии дом был сдан в аренду, деньги от которой поступали в муниципальный бюджет вплоть до августа 2016 года. Затем здание было продано арендатору. Расследование по уголовному делу продолжается.